решила пробовать свой новый пылесос. Антибактериальный, с ультрафиолетом. Помимо того, что он собирает пыль, он выбивает пылевые клещи. Вообще, я его взяла для спальни. А именно вот эти места чистить от пыли. Так, давайте посмотрим, что он у нас собрал. Вот столько пыли он уже собрал. Не знаю, клещей мы увидим, нет. Ну, в общем, вот так вот. Так, я закончила пылесосить. Многим, наверное, неинтересно, зачем я это все показываю. Наверняка зададите вопросом, нахрена ты это показываешь? Но все же, пылесос действительно работает. Представляете, сколько вот пыли он собрал? Вот этот фильтр внутренний, его я очистила вот этой щеткой. Сейчас покажу, что получилось. Вот, вот, вы видите эту пыль. С одного матраса вышло вот столько пыли. Как говорится, и тут Остапа понесло. Я решила не останавливаться на достигнутом. Решила дальше посмотреть, сколько пыли